Сотрудник Ульяновского института гражданской авиации и представителя коммерческой организации осудили за мошенничество. По информации регионального УФСБ, работник вуза, будучи членом закупочной комиссии, давал указания специалистам службы спецтранспорта института закупать на электронных аукционах ряд дорогостоящих запасных частей, которые при этом не подлежали для использования. Фигурант принимал от поставщиков детали, не соответствующие техзаданию, но более дешевые по стоимости. Ущерб, который злоумышленники нанесли институту, составил больше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 130 и 150 тысяч рублей соответственно. Кроме того, суд определил полностью взыскать с фигурантов материальный ущерб в пользу учебного заведения. Приговор вступил в законную силу.